Я хочу посвятить эту песню человеку, о котором никто никогда не пел. О таких людях нельзя забывать, потому что они очень важны для нас. Я хочу спеть про дедушку. Дедушка! 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 Мой дорогой человек! Дедушка! 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 Мой молодой человек! Я встречаюсь с дедушкой, лучшим дедушкой в мире. Он моя квартира, он мои виниры. У него очень много денег, и ему очень мало надо. У меня очень мало денег, значит, мы с ним идеальная пара. Я окружаю заботой его доброе слабое сердце. За это меня окружает машина с такой вот дверцей. Я себе цену знаю, и дедушка тоже знает. Получается, наши взгляды на цены с ним совпадают. Дедушка, а я его девушка, зову его я дедушка, а он меня. Девушка, а я его, а он меня. А я его, а он меня, а я его, а он меня. У нас дома есть игровая, мы играем там разные недели. У меня там есть игрушки, костюмы и даже качели. Я всю свою страсть и нежность дарю ему одному. Он меня называет комарик, даже не знаю почему. У дедушки классно в деревне, во Франции возле Прованса. И я там своими руками ему поднимаю хозяйство. Так мы с дедушкой вместе проводим каждое лето, а осенью тусим в Берлине. Спасибо деду за это! Дедушка! 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 Мой идеальный типаж! Дедушка! 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 Я обожаю винтаж! Я обожаю винтаж! Но сегодня деда не стало. В смысле, меня послал он. За то, что меня застукал он с моим фитнес-инструктором. Да как он мог подумать, что это мой ухажер? Это же фитнес-инструктор, он просто мой тренажер. Между нами нет притяжения, мне же надо тренироваться. Короче, дедушка сделал мне предложение, он предложил мне съебаться. Дедушка, еще пожалеешь ты? Дедушка, 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 я королева Москвы. Короче, еду обратно в Саратов, а в центре Москвы в то же время дедушку фитнес-инструктор качает на наших качелях. Он костюмы мои надевает, он играет с дедом в игру. Дед его называет комарик, и я знаю теперь почему. Короче, девчонки, если хотите в пентхаусе жить в Москва-Сити, запомните главную мысль. Дедушек, берегите.